Нормальные дела. А ну, Коаля, сейчас в жопу выстрелим. Тоже попробуем даже. А-а-а, что за херня? Здравствуйте, друзья. С вами Декарт и... вот. И, собственно, вот. Это у нас симулятор оленя с резиновой головой и, скорее всего, не особо наполненный мозгами, как мне кажется. Ну, судя по тому, что я видел касательно этой игры. Очень умное, невероятно интеллектуальное животное, настолько же умная, невероятно интеллектуальная игра, не сыграть в это было бы грех, поэтому давайте же начнем, приступим. Если кто-то помнит, была раньше такая игра «Симулятор козла». Вот это нечто даже, по-моему, покруче будет. И судя по тому, что я видел. Давайте же поглядим. Доброе утро. Оба, оба, навстречу приключениям. ВСД двигаться, пробел прыгать, эскейп, как играть? Чё тут, чё, я еще не двигался. Я вообще-то как раз подпрыгнул. Я как раз подпрыгнул, у меня стоит галочка напротив слов движения. Потрясающе, игра убивает своей логикой уже с первых кадров. Окей, хорошо. Shift у нас dash, да? Так, подождите, вот этого говна я что-то не видел. Из того, что я видел, он вроде ходил вот так, нет? Атака. Так, а, вот это видел, да. Stretch neck. Hold Q. Ну, я зажал Q, и что? Я ничего не происходит. Ой! Ты олень! Спасибо огромное, спасибо. Я всегда мечтал. Всегда очень хотел. Но он же стрелять должен уметь, правильно? Вот это я точно знаю. Вот же он вот так вот умеет. Это конечно, удивление для меня. Но стрелять он должен уметь. Так, здрасте. Здрасте, скажите, а... прокатиться? Извините за такую наглость, но я не... Так, Артур Морган немножко поменялся за эти дни, да, что я его не видел последний раз. Red Dead Redemption, ребята, вышла на ПК. Обратите ваше внимание, черт возьми. Революционная графика, революционный геймплей. Rockstar невероятно проработали окружающий мир. Вы только посмотрите на это. Вы только гляньте. Итак... было бы смешно, если бы оказалось, что вот этот вот звук издает не поезд, а жопы лошади. Я не удивился бы, на самом деле. От этой игры всего чего угодно можно ожидать. Так, ну давайте-ка мы слезем. Хорошо, немножко... простите, я как-то не по-джентльменски. Я благодарю вас за ваши услуги. Я благодарю вас за ваши услуги. И простите, пожалуйста, что я перерезал вам лицо рогами. Это просто такая форма благодарности. У нас оленей так заведено. Ладно, поскакали дальше. Что у нас тут есть? У нас есть мишка. Охренеть. Ах, какая бескультурщина в этом городе-то, в конце концов, а? Нельзя оленям нормально прогуляться, понимаешь ли? Прогуляться оленям нормально нельзя, понимаешь ли, по... Что это такое? Это я нажал правую клавишу мыши, он что-то упал. Space get up. Escape, how to play. Ну-ка. Что-то еще есть? Retry settings. А так, да не, все в принципе понятно. А как же стрелять? Я точно знаю, что люди тут стреляли. Это я прям четко видел, но как стрелять, сам не могу понять. Наверное, надо... О, смотрите, я могу! Нормально, я... Бомж оле... Полиция. Что сейчас будет? Вот это доблестные слуги закона, мать вашего! Так... Все, ребята, овцы пошли. Dear Saster. Олени-катастрофа, ребята. Я бы так это назвал. И сейчас за мной будут охотиться эти пидрюки, да? Так, а ну-ка, тогда в таком случае... Здрасте, товарищ полицейский, здрасте. Ой, извините, пожалуйста, товарищ полицейский. Извините, я не хотел. Товарищ полицейский, я не хотел, случайно, само выходит. Я олень с неконтролируемой агрессией. Я ничего не могу с ним поделать, всю жизнь у меня так. Да что такое, почему он вцепился в меня? Или это я в него вцепился? Подождите, кто в кого вцепился? Ну-ка, стоп. Я считаю, самое время, в такой момент нужно примотаться к чему-то головой. Это просто обязательно, ребята. Без этого никак. Давай. Полис! Извините, товарищи! Товарищ полиц... Опа. Ну-ка. Вот это я понимаю! Макс Пейн олень, ребята! Ты победил копов. Я всех поубивал, нахрен, серьезно? Извините.
Какая жестокая игра, да нихера себе. Unequip, можно разрядить, да? Можно, получается, развооружиться, если нажать F. Но зачем же нам это делать? Лошадка! Смотрите, лошадь тоже можно грохнуть, да? Серьезно, она умрет прям? А может... Замечательный крик. Это, знаете, это крик настоящего, что называется... Настоящего воина, настоящего сенсея, который готов принять свою смерть. Да. Именно так это и происходит. Ой, человек. Нихера себе. Сказать привет. Hi. Серьезно? Так, хорошо, ну-ка. Дерифай. О, ты все, ты посвященный. Ты посвященный в наш дружный оленей убийственный садистский клуб. Это прекрасно. Танцевать. Какие тут люди-то безотказные? Какие безотказные люди? Потанцевать, поздороваться. А может, еще в укромное местечко сходим, а? Сладкий, нет? Представляете себе такой олень-насильник? Это было бы весело, на самом деле. Ну, мне кажется, не стоит. А можно его, на него нажать F и на нем поехать, как на лошади? Вот это было бы тоже весело. Так, что еще мы можем делать? Мы можем пострелять. Over... Тебе что надо, приду? А, он со мной типа теперь, да? Класс. Так я могу целое здание разрушить, серьезно? И у меня бесконечные патроны, да? Нормальные дела. А ну, Куаля, сейчас в жопу выстрелим. Тоже попробуем дать. А-а-а, что за херня? Гигантский. Друг, беги, спасайся! Спасайся, как только можешь. Escape, попробовать еще раз. Ну, давай. Так, погодите. Хорошо, значит, там гигантская куала, да? А где тут пистолет? Вот пистолет, да? Все, поехали. Вооружаемся. Па-па, па-па. Да, самое разумное, олень, делать это напротив полицейского участка. Стырил у полицейских ствол, еще и выпендриваешься. Это очень умно. Ну-ка, стоп. Что за хрень? Что произошло? Что я сделал? Я не... Да вон там летает какая-то херня. Дайте мне эту срань. Дайте мне, я попаду. Я в нее попаду! Или я не олень, а птица кокоду. Давай, где оно? Где оно летит? Да прыгай ты, дебил. Ну я только что видел, там летающая какая-то санина была. Где она? Блин, серьезно, что ли? Я просрал ее. А, вон, вон! Это слон летающий. Летающий, мать его, слон. Как в него попасть? Я вообще не понимаю. Если в него целиться, то пуля не успеет долететь. Надо стрелять куда-то вот туда, на опережение. Так. Ну чё, ну ты попал хоть раз-то в него, нет? По-моему, это невозможно, да? Смотрот, блин. Ой, хрен себе, пошел нахрен. Давайте вернемся тогда к гигантской куа. Где жирная жопа эта? Где эта жирная срака? А ну иди сюда, так. Сейчас. Вот, поехали. И чё делать, я не понимаю? Как выжить? Как выжить, сражаясь с гигантской куалой? Вот, ребята, именно этот вопрос должен был задавать Гамлет. Он там какую-то херню спрашивал. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Вот главный вопрос нашего существования. Как выжить, когда ты, что называется, нарвался на жирную злую жопу куалы? Объясните мне, что делать? Что после этого делать? Так, убегаем! О, хорошо, убежал. Что-то она что-то простреливает очень активно везде. Неужели я ее убью? Что-то я сомневаюсь в своих способностях. Но для того, чтобы совершить выстрел, он же останавливается, это понимаете? Он же останавливается. Корова. Подожди, куала, мы с тобой потом, может быть, разберемся, а может быть и нет. Меня сейчас интересует в первую очередь корова. Корова это интересно. Корова это круто. Так, сейчас будет весело, наверное. Давайте-ка вернемся. Где ты, падла, а? Слышь, дай молочка. Дай молочка, зараза. Дай молочка, тебе говорю. А ну, дай молочка, скотина. О! А корова какая-то беззащитная, да, типа? А что будет, когда она сдохнет? Во-первых, оказывается, когда в корову стреляешь, она становится афроамериканской коровой ненадолго. Я этого не знал. Так. Замечательно. И чего это мы достигли, собственно? Что это? А что это? Играть. Правила такие же, как и для реверси. Кусочки двигаются сами по себе, будучи коровами. А овертюрновые коровы вернутся до своей оригинальной позиции.
У кого больше коров? Чего? Положи корову. Это типа крестики-нолики, что ли? Куда пошла? Куда пошла, мразь? Теперь твой ход. И чё? И чё делать? Что это за хрень? Куда они разбрелись, эти пидорасы? А, я могу походить только в таких местах, да? Ну, окей. Я не очень понимаю, что я сейчас делаю. Короче, мои черные, да? Надо, чтобы черных было больше. Правильно? Потому что мы за толерантность. Так. И мы против расизма. В этом же дело, да? О, нормально вот этих вот я. Вот этих я прям нормально насоздавал, да? Сейчас раз, и вот сюда, и вот они черные такие все. Оп. По-моему, я побеждаю, да? Сам не понимаю как, но побеждаю. А может и нет. Ладно, похеру, просрали немножечко. Ну бывает, да. Очень весело, очень-очень, ребята, весело и увлекательно. Ну что, мы можем попробовать последний раз нарваться на сраную... На сраную куалу. Ой, а у меня что, нет оружия? Блин, у меня оружия нет. Слышь, у тебя оружия нет, ты, пидорас. Давай потанцуем. Оу, yeah! My God! Каждый раз, когда вижу оленя на улице, так и тянет с ним потанцевать, да? Ни хрена он прыгает. Ни хрена он прыгает, конечно, из этого пора. Да отойдите. Отойдите, я вам говорю. Я же олень. Что вы мешаете оленям ходить? Оленям мешаете ходить, бродить и порядки наводить, мадафака. Так, точно. Ну все, гигантская куала. Ты, падла такая, ща у меня получишь. Ща твою жопу как отстреляю просто. Так, все, все, уклоняемся. Уклоняемся. Теперь... Это какая-то жесть, я не знаю, ребят. У меня с этой куалой очень сложные взаимоотношения будут, я так понимаю. Это будет очень непросто. Так, все, escape пропускаем. Это можно пропустить, да? Да тихо ты. Смотрите, знаете, как можно сделать? Попробовать просто. Попробовать. Вот берем вот так, пару выстрелов, побежали. Побежали, говорю, идиот, побежали. Господи. Какой-то, знаете, не симулятор оленя, а какой-то Dark Souls, мать его. Что так сложно-то должно быть? Да что ты? Музон-то какой. Куда же ты что делаешь? Ты застрял. Он во всем застревает. Дарья, ведь слушайте, я не знаю, как его победить на самом деле. Давайте последний раз пробуем, короче, хорош. Я не знаю, как его побеждать. Это суровая херня. Так. Может быть, конечно, лучше всего. Давай. Да что ты? Ой, спасибо, блин, огромное. Давай, приматывайся к чему-то. Твою мать, ты собака. Эти пидорасы разъездились тут. Ты посмотри на них. Может, на коне лучше? Может, реально на коне лучше? Так, давай. В голову прям стреляй. Да отстань ты от меня! Дайте мне убежать от куалы гигантской, мать ваша. Все, все, погнали, погнали. Так. Какая суровая музыка, я тащу. Тут кто-то придумал чертов гений. А, так подождите, может быть... Она про меня забыла, а здоровья у него столько же осталось? О, здорово, здорово, чувак, чувак. Чувак, чувак, я тебе говорю. Сюда иди, пойду. Да, вот в этого слона, в этого гребаного никак не попадет, да? Так, о, идеально, посмотрите. Так. Чё такое? Ты чё там сел? Ты чё там сел срать, что ли, посреди дороги? Я не понимаю. Не, ребята, гигантская куала, это слишком сложно для меня пока что, во всяком случае. Ну ладно, давайте вот такой вот... Ой, сейчас, секунду, кое-что сделаем, а потом закончим. Но это надо сделать. Это прям надо сделать, я прям хочу это сделать. Я прямо должен. Я прям чувствую, что я должен. Ну нахрен, ну! Ну что ж ты за олень-то такой, а? Ты должен был суметь, а ты вот это не суметь. Чё за бред там летает? А, ствол, дайте ствол мне срочно, там такое говно, это я уйди нахрен, я должен это посмотреть, я должен это проверить, где оно летит, я только что видел. Попал я, не? Так, куда ты нахрен стреляешь, идиот? Так,
Без комментариев, ребят. Я не знаю. Я не знаю, что по этому поводу сказать. Ну чё, попадаем, нет? Ну вот, по-видимому, летающий слон, там такая же ситуация. Там, наверное, не попадешь. А ну-ка. Оу! Тихо, тихо. А чё, как, чё он не подобрал-то? Слушай, самурай. Еее! Он выпускает. Только я отжимаю shift, и он выпускает, понятно? Ну что это такое? Слышь ты, Секиро! Ты... Ого! Нихера себе! Ну это прикольно, на самом деле. А он бессмертный. Бессмертный человек-телевизор. Что это такое, непонятно. Человек-телевизор. Это очень уникальное явление, надо отметить, в компьютерной игре такого. Я видел телепузиков. Но телеголовиков, телебошкиков я не видел еще. Этого я еще не видел. Так, извините. Извините, товарищ, но я хочу убивать очень сильно. Я великий самурай. Я отправлю вас всех в рай. Так. Ладно. В общем, ясно. В общем, такой вот веселый олень. Да, ночь уже, кстати, наступает, пока мы тут бегаем. Давайте на этом будем пока что заканчивать. Да, вот так вот. Будем на этом пока что заканчивать. Я предлагаю нам найти человека и немножечко под конец. Да, вот так вот, да, вот так вот. Будем на этом заканчивать. И если вам понравилось это видео, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. Если понравится вам, будем продолжать играть в эту игру, если понравится, условно. Вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. А чё вы не танцуете? Слышь ты, пидорас, он танцует быстро. Давай. Что еще? Да, жмите колокольчик, чтобы вам приходили оповещения. И все на этом. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.